не можешь связать двух строк. В кровати было тепло, хорошо, на холодном воздухе тело. Испытала, что в кармане мелочь бренчит, но не найти двух рублей на погоду кидать. Что еще делать с ней от тупой свободы? Захватила дух, это не стихи, просто мысли вслух. Сел в самолет и начал своей страны облет. Я не понимаю, проснулась или сплю. Может, это просто мысли наяву. Кто-то курит яву, кто-то парламент. Где-то будет опять заседать парламент. Выпустят какие-нибудь глупые законы. Все до оперы без знакома. Скорее бы сесть в набитый вагон и увидеть в нем свой десятый сон, который, как всегда, будет ни о чем.